За Ейском Алатау начался грибной сезон. Пошли первые грибы в елках после обильных дождей. В общем-то, попадаются в основном паутинники, рыжики. В густой траве надо интенсивно искать. Вот. Ну, грибы есть, вот. Постоянно попадаются. Думаю, что быстро соберем пару килограмм. Так, друзья, это вот классический представитель гариковых — паутинник. Съедобный, вкусный гриб. Оп! Вот так вот он выглядит. Почему паутинник? Потому что снизу, видите, у него паутинки. Так, это еще один вид паутинников. В Казахстане, это здесь, в Алматинской области, самый распространенный гриб, поэтому много их. Такие боровички классные. Еще один вид паутинников. В народе их называют маслята, но это не маслята. Идеально. Классика Заилийского Алатау. Цветет иван чай. Горы фиолетовый. Вот рыжик обыкновенный. Пластинчатый гименофор. На изломе он потом чуть позеленеет, такого яркого оранжевого цвета. Съедобный гриб, хорош для засолки. Очень много старых грибов, а это хороший, свежий для засолки, отлично. Вот уже подгрузки пошли. Это что говорит о том, что грибной сезон в разгаре.